Всем привет! Сегодня наш влог начинается именно так, потому что мы сегодня опоздали немножко в Русский драматический театр в Николаеве. У нас Рождество, и на Рождество мы всегда детей возим на представление. Ой. Но получается, мы взяли билеты на почту и не успели их распечатать. Не успели распечатать, приехали сюда, нам здесь сказали, типа, идите в кассе, печатайте. Мы выставили в очередь в кассе, а в кассе сказали, идите по электронным. Мы когда зашли уже по электронным, нас даже не посадили на наши места, потому что представление уже 5 минут как началось, и нас посадили на первое место, вообще на первый ряд. Немножко неудобно смотреть, но я вам сейчас украдкой постараюсь снять, запрещают снимать. В общем, повторюсь, мы в Русском драматическом театре. Сегодня мы еще поедем на каток. Покажу вам все. Сережа первый раз никогда в жизни, он еще не стоял на коньках. Сегодня будем его учить. Вам все покажем. Показываю вам немножко холл. Здесь вход. Вот сюда. Сюда вход. Твоя работа, знаешь, ну, черт выйдет. Так, ну что, представление закончилось. Серега, я тебя первый раз показываю в этом видео сегодня. Сереж, я тебя первый раз сегодня в видео показываю. Я уже начало сняла без тебя, пока бегала за кулисами. Ладно, пойдем. Сереж, покажи, в чем ты сегодня оделся. Одел сегодня свою подарочную кофту. Смотрите, повешал два логотипа. Подпишись обязательно, потому что у нас скоро сколько? 2 миллиона. Скоро 2 миллиона, да, Сереж. Ребят, обязательно подписывайтесь на основной канал. Да-да. Сереж, в общем, мы решили погулять по площади в Николаеве. Смотрите, как здесь красиво. Правда, не светится еще елка, еще не вечер. Встретили опять своих друзей с Николаева. Смотрите, какой огромный подарок. Ждем Полину. Полина наша забыла кофту в машине. Они пошли брать кофту, потому что холодно. Сегодня у нас, наверное, минус 4 где-то. По ощущениям, да. Да, ну, там, холодно, написано, холодно. Что сейчас, я читал, там было 0, потом 1-1. Поэтому сейчас, по идее, 1 градус, а по ощущениям должно быть как минус 4. Сейчас будем, короче, кататься на качелях. Что, рождественское приключение? Мы катаемся на лошадке принцессе. Полинка первая поехала. Потом я. Потом Серега сказал, будет ехать. Полинка поехала. Сережа. Сереж, смотри на меня, Сереж. Давай, езжай. Сережа на очередь поехал кататься на лошадке. Все, в общем, выпили по глинтвейну, согрелись немножко, покатались на лошадках дети. Идем смотреть какие-то машинки. Дети, в общем, спорят, кататься на машинках или ехать в Макдональдс. В общем... Выспорили пока есть машинки, потому что они все-таки рядом, а в Макдональдс надо проехаться. Но Сережа тут упорно хочет кушать. Он очень любит Макдональдс, поэтому сейчас мы прокатимся на машинках и в Макдональдс. В общем, показываю, какие машинки. Машинки тут вот такие, поэтому у нас своя такая дома есть. Поэтому мы смело едем в Макдональдс. На машинках решили не кататься, тут дует набережная, поэтому нам тут холодно. Все, наши вон все пошли, мы быстренько перемещаемся в Макдональдс, кушаем и дальше на каток. Так, ну что, мы уже в Макдональдсе, Сереж, да? Сережа уже ест десерт, вот такой вот вишневый пирог. Очень вкусный, ребята. Да, нам, кстати, его дали в подарок, потому что мы долго ждали заказ. И Полинка вон ест тоже. И сейчас мы едем уже струшивать свою вредную еду, да? Куда поедем? На каток. На каток? Кстати, умеешь кататься? Ребята, я этот пирог... И вишневый, и других вкусов я редко ем. Но это буквально где-то только третий раз. Он сладости вообще ест редко, он больше любит бургер. Бургер, курицу. И карточку фри. Все, давай доедай и едем кататься на каток. Сережа сегодня первый раз будет на коньках кататься. Нет, второй. Первый? А когда ты еще катался? Ты говорила год назад. Нет, в том году мы не катались. А в каком? Это будет первый раз. Будем пробовать. Ребята, до катка мы так и не доехали, потому что в Николаеве крытый каток закрыли. Но завтра выйдет очень крутое видео. Подпишись обязательно и не пропусти это видео, да? И жди его. Завтра именно начнутся влоги с Сережиного дня рождения. Завтра выйдет первый.